Так, друзья, всем привет! Сегодня утром было у нас минус 15. Я уже все поделал, управился. Сейчас ожидаю, ворота буду открывать, Андрюха приедет. Будем двух убирать на мясо. Перед тем, как Андрей приедет, я тут трошки сои подробил, намешал. Вот сойки набив на пару дней, намешал старт и полную мешалку надо высыпать. Короче, занимаюсь. И также дровишки по чуть-чуть подпиливаю. На улице мороз, в середине плюс 15. Сейчас покажу вам, кого будем убирать, потому что, возможно, уже вы их больше не побачите, их больше не будет на канале. Сейчас первую пару вам покажу, а другую уже не буду показывать. Вот им 20 декабря было 6 месяцев, это осталось 4 штучки. Сейчас 2 Андрей любых хай выбирая, а 2 чуть позже. Ну, те уже следующие 2 не буду показывать. И потом тут буду наводить порядки, белить, убирать все. Короче, все по старой технологии. Ну, тут уже клетку будем готовить к новому заселению после опоросит. Кувалдочка я делаю, если вес до 150. Ну, они плюс-минус, ну, лучше не рисковать, потому что заскак тогда проблема. И сейчас покажу тут, какая температура. Даже 17, 15, 16, 17 градусов плюс. Конденсата как не было, так и нема. Ну, все как по старой технологии, все нормально, все работает. Камера только потеет, потому что камера с улицы. Италия, спрашивали за Италию, росте Италия. Их надо уже переселять, потому что места не хватает. Сейчас еще трошки и все, надо переселять. Короче, в сарае Ташкент. Что сказать? Отлично. В сарае, я сараем более чем довольный. В такие морозы и такая температура. Так, это при том, что сарай не забитый полностью по голове. Ну, то есть, он наполовину пустый. И то уже нормально. Также у нас в кабинете вчера жена моя возлюблена поставила новогоднюю елочку, ну, такую по-скромненькому. Шарики, а что-то тут шарики, на чересчур багато. А, это просто она накинула этот венок, надо его куда-то повесить. Ну, а рыбок запускать не буду, потому что в зиму запускать, ну, его обогревать тут надо. Она там и есть у меня градусник с обогревом, ну, а сколько в кабинете? В кабинете плюс 5. Все в кабинете нормально. Ну, оно, солнце как выходит все время, в сарай теплее и везде. Солнечко поворачивается. Вот так. Так что вот такие у нас обновки. Сейчас будем ставить чайничек с Андрюхой кофейным. И будем делать хара и кири. По-моему, уже він и едет. А не, нема. Тут получается у нас, по-моему, пару свинок и пару кабасей. Да, пару свинок и пару кабасей. Ну, сейчас, какие быстрее выйдут за веревку, тех и выведем. А какие не выйдут, ну, тех и не выведем. Тоже на потом. То есть, воно сейчас сразу мы 2, а потом еще 2, но только не сегодня. Поэтому, ну, их уже на канале не будет.
Аська з Борей сплять, а там в вольєрі, ну, в літньому вигулі для поросят. Я туди соломитю кину, вони його розкидали і, коротше, гасяться у вольєрі. Коротше, так. Ну, сьогодні погодка що? Більш-менш нормальна. Отлічна погодка. Сонечко, морозець. Ну, сарая сходи, прямо так. Напливами метровим, метр по всій длині, вук сошов. Ну, коли сонце поворачує, я так розумію, метал нагріває і сходи. Друзі, от таким собакам чим хорошо, їм не холодно. От Аська завжди грає, там морозяки, вона на снігу так кувиркається, кублиться, по барабану їй. Ну і Боря менший був, теж так і грався в снігу. У них, в цих собак, якщо зима, вон уже, бачите, проситься на виход. Зараз підеш. Якщо зима, так і для них самий раз. Для таких собак. Так, друзі, ну собаки забігали, значить Андрій явився. Щось нема вже ні сил, ні енергії, блядь. А скільки це сьогодні? Трьох. Ну не спіша потихоньку. Чи вже в преддвір'ї праздника вже не хочеться ні хрена. Андрюха заморений, друзі, вже трьох убрав перед цим. Ну будемо не спішити потихоньку. Вон уже несе розпаковку робити. Да, то ми з Бодя тільки що этот. Чи крижнули. Туди на пеньок вложи. І крижнули. Ти, Павло, в теплі, Андрій. Та ну хай поки стоїть, давай поріжемо потім. Кувалдочкой, да? Не знаю, может, парализатор. Не, лучше кувалдочкой. Олег, ну давай признаем, а какие кофе попьем, да? Ну, крикнем. Пока будут доходы. Возьми, часок и рано выйдет. Андрій, я не намічав там кого. Та яка радуга, сьогодні завтра. Хто вийде, той вийде. Той вже голову морочить. Там одна то проситься вже така. Так, сюди заявка. Все, ну от сюди ведемо, так? Да? Ну, а сюди. Тоді камеру ставлю сюди. Или вот сюда. А, вышло, да? Там вы. Вот сейчас бегать на тебя. Я привязал. Стоп,
лопату 40 загасить. Ну, да. Давай, Донбасс, бежи. Бежи. Ася! Андрей, ти чи я? Та я хоч. Давай я. Давай перво ти, да? Рішено. А, забирай. Так, все, йдемо по другу. Я тут так, ребята.